всем привет, ребята. Сегодня я на Десногорском водохранилище с дядей Лешей. Всем здорово. Будем пытаться ловить вредных судачков. Макс тут 3 дня ловил, говорит, судаки не клевали, поэтому ему пришлось ловить окуней. Но мы с Лешей подумали, что если 3 дня не клевали, значит, проголодались и сегодня будут клевать. А Макс сегодня на работе. Ну, а дядя Леша сегодня будет увеличивать свой рекорд. Да, будем увеличиваться до 5 килограмм сразу. Сразу заявка на 5. Да, меньше 5 даже ловить не будем сегодня. Ну, если вдруг они клюнет, будем не против. Да. Ну, короче, хотя бы трешника. У Лехи по судаку там что-то вообще... Сколько у тебя там? Около 2 килограмм. Да. Около 2 у него там самый большой судак был за всю жизнь. Поэтому ему трешка... Уже зашибись. Ну, а я тут так буду сидеть и говорить: скидывай, скидывай, защелкивай, дергай, дрочи, дрочи, беги быстрей, медленней, дергай. Ай, опять все смотрел. Ай, Леха, ну тебя нафиг, да я кину. Ну, примерно вот так вот. Погнали. Сегодня поимка судаков у нас усложняется. Знаете почему? А мы сегодня сумку для рыбы взяли. Сумку-холодильник. Ну, это термосумку с бутылочками. У Леши батя судачка хочет. У меня мама хочет. Ну, значит, клевать сегодня 100 пудов не будет. Ну, мы будем до последнего сопротивляться. Я даже у Леши в магазине сумку за 1000 рублей купил. Новую, побольше. А то у меня маленькая. Никого. Кто-то мельтешит. А, во-во-во. О, Васек. О. Это Васек. Стоим. Сейчас я его поймаю хорошенько в луч. Он теневой такой, блин, солнце. Солнце! Сейчас нас вывернет, не пойми как еще. Так. Первый товарищ. Ну, не сильно большой, но и не мелкий. А нам как раз домой такие и надо. Сладенький судачок, да? На максимальной дальности. Да, поймать его было вероятность равна 0. 34 метра от лодки был. А он не мелкий. Ну, он да, нормальный. Мне кажется. Он нормальный. Это он сюда просто шел. Он около лодки подрос. Он неплохо подрос около лодки, слышь. Сегодня у меня Hellhound Dark Blood. Или Blood, как правильно, Лех? Blood. Blood. Hellhound, держи. О, хороший. Трешник. 3 с копейками. Вон, хвост торчит, значит, больше 3. Примета такая. Ну, все. И закровянил сразу. Сейчас мы его запакетируем жестоко. Он что, заглянул? Да. Ну, сейчас там еще осесть. Резинку отнорвало, съел эту. Флаг. Давай, сейчас достану этот самый, как его. Либгриппа. И плоскогубцы. Да. Блин, заел самую топку. Я вообще не надеялся в него даже попасть. Не, руками не трогай, а то он тебе в руку его воткнет. Тут надо... А как раз в жабры он этот сел, дополнительный крючок. Кидай туда, за борт. Ить! А, штаны, естественно, будет мазать. Ну, ребята, на фоне Леши, а он бы как раз не выжил бы. Так что берем. Набиваем сегодня пакет. Ну, такой, 3. Во, у Леши вчера термосумку купил. Сколько она там у тебя стоит? Полторашка. Полторашку. А ты мне за сколько? За 1100, что ли, ее отдал? Я не помню. Видите? Вчера было, уже давно и неправда. Хорошо иметь друга хозяина рыболовного магазина. Суперскидки.
Ну ладно, я сегодня, ему тоже 1000 рублей, как рыбалка с гидом, 25 стоит, за 24 сегодня половят. О, у меня сегодня скидочка. Шутка. Леха у нас так ловит. Начало положено. Ну теперь Леха должен ловить такого или больше. Дядь Саша поймал самого сложного судака из того, что видели. Рядом были, даже что, один пробежался с первого заброса, у меня первый побежал. Ты слишком быстро от него убегал. Да, слишком убежал. А этот даже не надеялись, прям на грани. Думаю, ну дай кину, фиг с ним. Против ветра еще вообще. 34 метра. Случайно. Малыш. О, ну это на отпускание, таких мы не берем. За такой шустрый был, да? Да, ну прикольно, мимо пролетело, он сам развернулся, побежал. Ну, мелкие стол. Они такие, злобные, отцепишь его прям в сачке, получится. Не знаю, эту лодку еще не пробить. О, ну, ребят, тут... Дай его поближе покажу. Тут. Сейчас закапаем. Да ну его, выпускай из сачка прям сразу. Там 900-800 грамм. Вон он все свинтил. Ну прикольный. Нарваловская резинка вторую рыбалку по судакам делает. И все та же, блин, ребята. Ее никак сгрызть не могут, она жесткая. Прикольно. Так, дядя Лёха, сошёл. Тебя убить мало. Мы 8 раз в него кидали. Да, сранит. Ну вот что значит ловля без этого, без ассиста. Не, это ловля без подсечки. Да, уже 2 раза посекал. Ну, 2 раза, это 2-й раз уже не, главное первый. Ну, опять первый. Не коготь, ребята, не коготь. Ну, острый. Ну, острый. Нормальный. Ну, блин, я уже обрадовался. Но это такое трешное что-то было. Что-то было хорошее. Ладно, ловим дальше. Дядя Леша. Время, ребята, 10 часов. Уже 2 часа плаваем кругами. И никого нет. С утра были и нормальные были, крупненькие, мелкие, всякие были. Бегали, кусались. Даже пытались пойматься. И все, потом резко, буквально, за 15 минут, раз, и все исчезли. Надо менять место тусовки, наверное. Неохота никуда плыть против волны. Но мы далеко не поплывем сейчас тут, вон, километрика 2-3 отплывем. Может, там на новой локации судачки гуляют. Ну, редко такие перемещения что-то приносят. Это ладно, там с утра бы никого бы не нашли, значит, судак вообще в другом месте. А так, если он тут был, он никуда не ушел. Он просто залег на дно, куда-нибудь в коряшки залез, наелся и сидит там. А в другом месте его, может, и с утра не было, и сейчас нет. Ну, а кто знает, будем искать. А тут вон пока толстолобики и те немного. Судаки поисчезли. Вон, толстики жирные гуляют. И все. Так, мужики, время 1 часа дня. Плаваем. Искали судака. Находили одних толстолобов. Просто все исчезли. Решили вот к берегу подъехать, здесь вот по 7, по 6 метрам, по коряшкам щучку поискать. Даже бели особо нету. Коряги есть, какая-то вот такая вот мелкосрань у них. Чуть-чуть так, не то что там толпами великими, так, пучками мелкая рыбка. И никого крупного, ни одной щуки, вот проплыли километр, наверное. Ни одной щуки нету в коряшках возле берега тут. Не знаем. Скорее всего, рыба перешла на ночной режим, наши судачки. Потому что утром они были сразу. Вот, Лех. Это не это. Вот, это короче, ручка. Надо, наверное, еще по-темному выплывать. И 10 часов утра, и все. Или перед закатом, скорее всего. Ладно, сейчас еще поплаваем где-то часик. Ну и, скорее всего, домой.
больше ничего не поймаем, скорее всего. Ну а там видно будет, еще плаваем, ловим. Время 2:18. У Леши только что сошел очередной трешник. Я уже не знаю, что с ним делать. Никакого толка от него нет. Никакой от вас пользы, один расход. Вот ползет. А не, это фигня. Так, мужики, время 3:45. Мы сегодня задержались по полной. Хотели довести рыбалку до логического заключения. Ну, судак сегодня был, как он часто бывает, рыбокозел. Клевать не хотел. Несмотря на то, что мы сегодня видели, ну, где-то 3-4 пятерика, 2 или 3 за нами ходило, некоторые даже кусались. Леха сегодня видел 3 поклевки, 2 держал, и 2 у него сошло. Прям, ну, сколько он, секунд по 5 их держал, наверное, может, даже по 6.5. Как-то так. Ну, я утром как поймал 1 трешника и 1 дреща. На этом еще за мной ходили там, кусались даже, но как-то почему-то не ловились. Ну, рыба была вообще. Вот, ребята, вы пишете с паноптиксом, выбьете всех судаков. Не, если он жрать не хочет, то не выбьешь. Вот мы сегодня на воде провели, сколько получается, 6 и 9.5 часов на воде. 60. Да, на двоих. Один судак вот на трешку забрали домой. Лешиному бате повезем. Он судака уже 200 не видал. А то он ездит там, то лещей каких-то ловит, то щук, да, то окуней. Как-то так. Ладно, ребята, читайте описание под видео. Там будет ссылочка на мою страничку ВКонтакте. Там можно будет задавать все вопросы по оборудованию. То, что находится в лодке, список оборудования будет в описании под видео. Уже за 9 часов заговариваться начал. Подписывайтесь на канал. У кого не идет YouTube, смотрите меня на Яндекс.Дзен. Ссылка тоже будет в описании под видео. Можете на Лешу еще подписаться. Да. Я уже смотрю дядь Сашу на Дзене. Да, а у Леши канал называется «Философия рыболова». И его магазин в городе Смоленске, марка рыбака называется. Как-то так. Все. Всем пока. Сворачиваемся. Покедова.